И следующий раздел – это итог. Нажимаем на галочку. Переходим по ссылке для того, чтобы ответить на контрольный вопрос. И здесь мы пытаемся ответить на этот вопрос. Отвечайте правдиво, ставьте галочку. Если нет, ставьте нет. Итак, мы выбираем, как только мы ответили на этот вопрос и отвечаем «да», нажимаем на кнопку «Сохранить мой выбор». Все, наш ответ сохранен. Перейти к изучению следующей учебной недели. Мы с вами видим, что мы ответили на контрольный вопрос. У нас стоит галочка. Контрольный тест мы тоже сдали. И для нас открылась учебная неделя номер 2. Теперь мы можем приступить ко второй учебной неделе.